Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Я внесла 980 тысяч в жилищный кооператив. Должны были передать квартиры в начале этого года, но так до сих пор ничего не передали. Имею ли я право потребовать вернуть мои деньги? Безусловно, вы имеете право расторгнуть договор, на основании которого вы передали деньги, и выйти из состава членов кооператива. Так как добровольно вам вряд ли вернут деньги, придется обращаться в суд. После получения решения суда вы сможете обратиться к приставам для принудительного взыскания денег, если до этого времени кооператив деньги не вернет. Как показывает практика, в случае неисполнения обязательств со стороны недобросовестного жилищного кооператива, те, кто обращается в первых рядах, могут рассчитывать на возврат денег. Большинство же членов кооператива могут остаться без денег и жилья. Если до этого дойдет, обязательно подавайте заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей кооператива и подавайте гражданский иск в рамках уголовного дела, которое обязательно возбудят, если вы не получили ни денег, ни квартиры. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!